больше всего запомнилось из творческой поездки в Абрамцево? Абрамцево – замечательное место. Там создавалось совершенно огромное количество великих произведений, которые стали классикой уже современного и искусства прошлого. Там работали великие люди, и мы, когда там побывали, я так ощутила присутствие, до сих пор оно ощущается, такого масштаба. Это нас так подпитало хорошо. Мало того, изобразительный ряд там очень интересный. Мы были в начале лета, там еще только-только все начинало зеленеть, цвести. Огромное количество незабудок, которые, конечно, меня потрясли. И особенно это вот эти вот, конечно, строения, которые специально Мамонтов построил для художников, которые работали у него в Абрамцево. Это и мастерская, вот, которая вот здесь вот мною запечатлена. Это было очень красиво. Когда шли дожди, впереди росли незабудки. Вся эта вот резная, красивая декорация, которая в этом стиле старорусском была, собственно, разработана, повторена и создана. И это, конечно, было очень здорово. Затем Маюлика Врубеля, конечно, и девочка с персиками Серова, которая тоже там представлена в музее. И вообще нас очень хорошо принимали. Сергей Николаевич Пушкарев, Министерство культуры, которое помогало нам, субсидировало эту поездку. Большое им спасибо. Они, конечно, подарили нам настоящую творческую поездку. Пусть она была небольшая, но она была наполнена вот этим содержанием, которое очень необходимо художникам. Особенно мы, когда вот вошли в культуру, так скажем, России после 2014 года, это был просто подарок для нас. Поскольку все вот эти вот годы нам, конечно, сложно было там побывать, которые вот до этого были. А после 2014 года вот появилась эта возможность, и мы побывали и в Абрамцево, мы побывали в Калуге, хотели еще в нескольких местах побывать, но, к сожалению, не получилось.